Всем привет! На канале давно не было видео, и этот ролик появляется благодаря моему заместителю. Он подкинул идею снять небольшое видео, в котором рассказать, где я сейчас нахожусь, и что я делаю, почему нет видосов и тому подобное. В общем-то, пытливый зритель заметит, наверное, подсказку в этом видосе, в городе, в котором я сейчас нахожусь. Догадаться по этой локации, так скажем, здесь название города присутствует. Так что, если вам интересны небольшие ролики про, скажем так, жизнь за границей, жизнь в Азии, то оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, и они будут выходить. Это не будут полноценные видосы тревел-блогеров, потому что нет возможности полноценно монтировать и снимать какие-то большие сюжеты. Просто будет в формате вопрос-ответ, поэтому подписывайтесь, оставляйте вопросы, и будем продолжать общаться таким вот образом. К сожалению, интернет не позволяет делать полноценные стримы, демонстрировать какие-то игры, хоть BDO, хоть Albion, поэтому будет возможно загружать только какие-то совсем кратенькие, там 1-2 минуты, потому что интернет постоянно обрывается. Вот примерно такое вот видео получилось. Так что еще раз, если вам интересно, оставляйте вопросы, пишите комментарии, и увидимся в будущих видео. Подписывайтесь. Всем пока!